История белорусских в Иордании успешно разрешилась. Напомню, гражданка нашей страны 2 месяца не могла выехать из арабского государства вместе с 7-летней дочерью. В Оман девушка улетела к отцу девочки, но после ссоры мужчина подал иск в суд. В итоге белорусским запретили покидать пределы Иордании. Более того, женщина попала под стражу. Ее задержали после ДТП и обвинили в неподчинении полиции. А 7-летнюю девочку отправили в приют. Тогда родственники белорусские решили обратиться за помощью в МИД. Нами был задействован весь комплекс связей с Иорданией, как по межправительственной линии, по дипломатической линии, по линии наших экспортеров, а также друзья, скажем так, посольства и друзья Беларуси в Иордании. Неоценимую помощь оказала консульская служба посольства России в Омане, которая на месте непосредственно помогала нашей гражданке. И вот сегодня она вылетела домой уже практически, наверное, пересекла границу Беларуси, и ситуация счастливо разрешилась. В МИД особо подчеркнули, что ситуация имеет назидательный характер и показывает, насколько отличается мировоззрение и законодательство от других стран. Белорусским гражданам, особенно девушкам и женщинам, пересекая границы, нужно здраво рассуждать и принимать во внимание, что там действуют другие законы, правила и обычаи.